В Волгоградском регионе за сбросом мусора следят с помощью квадрокоптеров. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе областной администрации. В течение 2 месяцев специалисты используют беспилотные летательные аппараты на регулярной основе. Подобная практика приносит свои плоды. В результате судебных разбирательств уже вынесено несколько крупных штрафов волгоградцам, которые осуществили сброс отходов на грунт. При этом в летний сезон несанкционированные свалки особенно опасны, так как могут стать причиной крупных пожаров.